В Германии началась забастовка пилотов немецкой авиакомпании Germanwings, дочернего предприятия крупнейшего европейского перевозчика Люфтганза. Из-за акций протеста отменены 116 рейсов из 164. Как ожидается, демонстрация затронет около 15 тысяч пассажиров. По данным местных СМИ, сотрудники компании бастуют по призыву профсоюза, предоставлявшего интересы более 9 тысяч пилотов и бортинженеров немецких авиаперевозчиков. Отмечается, что все пассажиры смогли бесплатно отменить свою бронь или поменять посадочный талон на железнодорожный билет.